Певица и блогер уже несколько дней отдыхают на Мальдивах. Ранее они интриговали поклонников сообщениями о скорой свадьбе, а сегодня стало известно, торжество состоялось. На церемонии присутствовали только Ольга и Давид. На берегу пляжа был сооружен небольшой шатер, где и произошло торжественное событие. На столе перед звездами стоял торт и бокал с шампанским. Позже к молодоженам присоединились музыканты. Отметим, что накануне пара отмечала 17 месяцев вместе. Кстати, сама Бузова, похоже, устала от бесконечных расспросов об интимной жизни и пытается сохранить баланс между личным и публичным. По ее словам, она не привыкла жить по принципу «счастье любит тишину». Манукян предложил Бузовой выйти за него замуж еще в прошлом году. Тогда на безымянном пальце Ольги появилось внушительное кольцо. Правда, звезда отшутилась, сказав, что это ее личное дело. При этом Давид в недавнем интервью сделал неожиданное признание. Оказывается, он очень ждет, когда любимая забеременеет и объявит ему об этом. Но пока из-за большого количества проектов, они откладывают пополнение в семействе на неопределенный срок.